Объявление президентом 2024 года годом семьи – это еще один шаг на пути к укреплению семейных ценностей. Ведь крепкая семья – это залог стабильности и процветания общества. Все прекрасно понимают, что семья – основа любого общества. В конечном итоге – основа любого государства. На торжественное открытие цикла мероприятий, посвященных году семьи, были приглашены семьи участников СВО, многодетные и творческие семьи нашего округа. Эти семьи – образец воспитания детей, соблюдения традиций и поддержки друг друга. Анна Морозова вместе с детьми ждет возвращения мужа с СВО. Несмотря на трудности, каждый член семьи заботится друг о друге. Семья – это счастье, а счастье в первую очередь – это дети. Дети – те, которые тебя всегда поддержат, дети, которые всегда будут с тобой, несмотря ни на что. Каждая семья получила памятную статуэтку и вошла в электронный семейный альбом Ленинского городского округа. В конце года на заключительном мероприятии его презентуют всем участникам. Мы, как управление по делам молодежи, культуры и спорта, самый главный электронный альбом и, может быть, какой-то большой передадим в историко-культурный центр. И это будет, в общем-то, история нашего района, нашего округа. В этом году большинство образовательных, спортивных, культурных и церковных мероприятий будут объединены общей темой и посвящены году семьи. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.